Michelle. Приятно, конечно, то бежали по весе на грудя там уже. Не-не-не-не-не. Уходите, плавайте. Я ухожу. Да, так. Можно я пока вы прикалываете, тоже что-то скажу? Не, я еще скажу, сейчас. Пока вы прикалываете. Не буду прикалывать. Сергей Витальевич, мы тебе вручаем удостоверение, да. Вот. Грамоту. Память поэта прозаика, кто не знает, это литературоведа Елены Александровны Слободенюк, за личный вклад в отечественную многонациональную литературу и культуру. Все подписи есть, все у нас нормально. Вот пока. Сережа, поскольку, значит, я понял, Галя, что у нее руки, как она прикасаться к пуле. Ну ладно, что? Да я и хотел этого, Галя. А на какую? Если муза, она с тобой, она никуда не уйдет, она только на время может стать у тебя за спиной и ждать, когда ты будешь готов взять ее в свои объятия. Пой, радуй нас, пиши свои замечательные стихи. И когда я пришла в наше литературное объединение, мне еще Оля Новикова сказала: обрати внимание, вот у нас есть такой Сережа Леонтьев. Ну, знаете, фамилия такая, незабывающаяся, да, есть ассоциация. Но я теперь хочу сказать, что, наверное, это все Леонтьевы такие талантливые, что ты очень талантлив, очень. Спасибо. Пройдем, спасибо, да? Ну а мы. Вы пошли. Да. Аккуратно, не падайте. Я боюсь, я уже боюсь высоты. Ну как-то надо все-таки завершить, да, наш вечер. Я думаю, что вы не пожалели о потраченных 3 часах своего времени. Ну а на сцену у нас заключительными песнями выходит Женя Киямов. Первая песня, опять же, из репертуара «Рады рай», «И снова будет день», а вторая песня уже не предстоит сама. Кстати, интересно то, что было в этой песне. У нас вообще с Сергеем были такие моменты, когда мы подпишем с ним твою песню, показывает нам, скажем, заказчику, он говорит: знаете, вот текст хороший, а вот мелодия немножко вот как-то вот веселовато, давай чуть погрустнее как-то сделаем. Говорю, ну давайте переделаем. Мелодия, естественно, остается первый вариант, да? Все вот потом говорят: слушай, а что, ну хорошая же была мелодия, давай на нее новый текст напишем. И у нас получалось, что так, как заказ был один, а песни получалось две. И вот здесь, в этой ситуации, кстати говоря, когда эту песню, ну, когда я начинал писать, у меня ничего не получалось, потому что не было такого талантливого человека рядом. И я думал, ну дай-ка я возьму какого-нибудь известного автора, напишу песню. И взял слова, значит, Анны Ахматовой, и на ее, значит, стихи написал песню. Потом, конечно, получил много там всяких нареканий за то, что я на святое там все. В конце концов, а мелодия как бы мне нравилась, и Сергей говорит: давай я напишу. Вот, кстати, смелый человек. На Ахматовские стихи писал, а Сережа взял так и написал прекрасный текст. И когда я показываю кому-то эту песню, ну, конечно, никто уже не знает, что там был Ахматовский текст, и говорю: просто великолепные, великолепные стихи. Вот сейчас на весь полный называется «Только ты». Peace.
следующей песни известны, наверное, вам в исполнении Рады Райвел. Сейчас я скажу, да. Ну, спасибо, во-первых, у нас Рашид с Алексеем выходит. У нас последняя песня будет тоже под фонограмму. Вот. Ну, сделаем исключение для Жени. А песня называется «Не стоит на моем пути». И эта песня где-то месяц-три была, по-моему, на первом месте в хит-параде радио «Шансон». Так она как-то получилась у нас хорошо. И вот просто хотел сказать, как Рада Рай рассказывала мне, что на концерте в гримерку зашли какие-то цыганские бароны, там, ну, не знаю, как это. Ну, вообще много цыган ходит, она в таком цыганском образе. Ну и стали благодарить ее, говорит, вот Рада, ты какая молодец, поешь народные песни цыганские, ту песню там. И вот говорят, вот ты не стой на моем пути, она говорит, стой, тебе эта песня, тут у нее автора есть. Говорит, да ладно, какие авторы, это же народная цыганская песня. Наверное, лучше для авторов ничего не может быть. Ну, все, давай, Жень, вперед. Далеко не уходите.
Книжка нисколько не стоит. Книжек вот есть порядка там 20 штук, и всем, кто хочет, я книжку подпишу. Я пожалуйста. Вашего имени поблагодарю Сергея за прекрасный вечер. И у нас много таких талантов воскресенских, просто мы их не знаем. Я считаю, что это хорошее начинание. Сережа, тебе объявляйте на книгу.